Привет всем, ребята! Пришло время чистить чайники. В итоге у меня вот такой грязный он. Это по сезону, ну, из-за привозного газа. Газ привозной, он коптит, ну, вы понимаете, о чем я говорю. А в итоге сейчас у нас опадыши яблок. Нам нужна яблочная кислота для очистки чайника. Ребят, вот сколько у нас опадышей много. Сейчас мы их соберем и начнем с вами процедуру. Так, ребят, нам понадобится... Вот у меня кастрюля такая ненужная практически. Можно хорошая, но просто мыть не хочется. У меня на огороде стоял. Берем чайник, загружаем его. Берем водичкой, заливаем. Да, яблочки собрал. Пусть заливается вода. Я этим временем начну яблочки туда резать. Режем кусочками, вместе даже с этими кочерышками, ничего страшного. Так, пока хватит водички. Пока достаточно. Сейчас нарезаем туда яблочки. Нам надо, чтобы была яблочная кислота. Ребята, алюминиевую тару не рекомендую таким образом чистить. У меня вот с нержавейки чайник. Я в том году почистил его таким образом. Он как будто с магазина у меня получается. Такой новый-новый получился. Я на радостях начал то же самое производить с алюминиевой посудой. Я уже обрадовался такой. Сварил, достаю, а у меня там все почернело от этой кислоты. Из алюминия окислился. Я думал, меня жена прибьет. Но в итоге вроде бы как обошлось. Но я в итоге пемолюкса очень много извел, чтобы хотя бы более-менее привести в порядок божеский вид посуду. Ладно, включусь, когда я уже нарежу яблочки. Так, ребят, я максимально забил яблоками. Наш сосуд беру хозяйственное мыло и натираю туда. Ладно, как натру, я включусь. Ребят, вот натер я осталось все столько, хотя можно было и половину, но я побольше. И нам сейчас надо. А в итоге сейчас я рукой разбавлю, разбухаю чуть-чуть. И все, закрываем и идем делать дальнейшую процедуру. Теперь, ребят, поджигаем газ и ставим на газ нашу кастрюльку. Ребят, как закипит, убавляем, чтобы потихонечку булькало, и пару часов варим. Через пару часов, ребят, встретимся. Ребят, сняли с огня в итоге. Вот что у нас здесь получился, такой компот. Горячее все. Сейчас я щипчиками, вот такие щипчики у меня еще остались. Не знаю, с каких времен, еще со старой-старой машинки стиральной. Сейчас достанем его аккуратненько. Ай-яй, не ломается. По-моему, нет, не ломается. Так, убираем в сторону. И начинаем. А, сломались, кстати. Они зимой, летом в одном месте всегда находится. Сейчас весь компот вытащим. Пойду я за губкой схожу, ребят. Вот теперь смотрите, ребят. Берем губку, сейчас намочим ее. Вот грязь наша. Смотрите, она как сходит конкретно. Очень хорошо. И вот таким макаром сейчас мы его протрем, и все, и он будет блестеть, как я не знаю чего. О, смотрите, вот он. Оттирается в легкую. Так что наши труды были не напрасны. Но я включусь, когда уже ототру. Ребят, смотрите, какой красивый. Какой прям, я не знаю, аж как будто с магазина только что, с полки я взял. Весь отмытый, чистый. Внутри накипь, смотрите. Аж накипь вся сошла. Вообще ничего не осталось. Вообще новенький стал. Ребят, кому понравился рецепт, ставьте лайки.
Кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!